кто мы. Если посмотреть по-человечески, нет у нас ни вида, ни величия. И читаем книги не по-гречески, и манеры самые обычные. Нет у нас профессорского звания, и посты мы занимаем низкие. К нам не проявляется страдания, мы для мира ссор, к падению близкие. Слово наше, как давно отпетое, нет у нас ноги наши от ходьбы усталые, сердце этим миром не согретое, мы для них невежды и отсталые. Слово наше, как давно отпетое, если нас толкнут, не извиняются, очень редко мы объятием встречены, но маршруты наши не меняются, мы печатью Бога все отмечены, и идем вперед сквозь бури снежные, отдых редко, но вдали сияние, похвалой и лаской не изнежены, но внутри нас радость от сознания, что не одиноки мы, не брошены, что во благо нам все испытания, и хоть обувь вся в пути изношена, с ним пройдем и горе, и страдания. Нам хоромы и дворцы неведомы, и одежды носим мы непышные, но царское достоинство имеем мы, сыновья и дочери Всевышнего. И хотя идем через тьму полночную, на земле мы временные жители, царство неземного полномочия мы несем, как небо представители. Не гордясь, но радуясь в смирении, дорожа своим небесным званием, помоги нам, Бог, в земном хождении отражать небесное сияние.